Клики радости, крики отчаяния. В море звуков земли родной мы живем островами молчания, окруженные тишиной. Знаменитыми строками поэта Ивана Исаева открывают юбилей совершенно особенной организации. Вот уже 90 лет Всероссийское общество глухих объединяет людей, которые, как никто другой, умеют ценить взаимопонимание и поддержку. Юбилейную дату отметили в Щелковском районном культурном комплексе. Многие почетные гости подчеркнули чувство единения и защиты, которые дарят людям с ограниченными возможностями здоровья, такая общественная организация бесценны. Судя по фильму, который действительно мы увидели, организация очень сильная. Я могу сказать, что та работа, которая проводится людьми, которые руководят, которые объединяют, которые направляют, обучают, это, конечно, очень значимо. Она очень полезна и нужна. Позвольте мне сегодня ваш вот такой юбилей поздравить с этим праздником, пожелать, чтобы общество на территории Щелковского района, выполняя вот свою такую социальную, очень важную функцию, решало все те вопросы, которые касаются каждого из вас и в целом организации. От имени коллектива Щелковского управления соцзащиты и от всех наших учреждений, это центр «Янтарь директор» здесь присутствует, центр «Забота» и также центр «Семья», разрешите поздравить вас с такой замечательной датой. Мы с вами, мы всегда готовы с вами обсуждать любые проблемы, помогать, решать нам с вами интересно. Поэтому всего хорошего вам, успехов. В сентябре далекого 1926-го в Москве состоялось Всероссийское совещание глухих. Было положено начало большой работе. Создавались курсы по ликвидации безграмотности и учебно-производственные мастерские. Сейчас у представителей сообщества есть также и простор для творчества. Выставки изобразительного искусства проходят на всероссийском уровне. Многочисленные театры, мимики и жеста пользуются популярностью и не только у слабослышащих. В честь юбилея артисты Московского театра мимики и жеста подарили собравшимся яркое представление. Отрываясь от земли, посмотри в глаза мои, дай мне силы оторваться от земли. Сейчас Всероссийское общество глухих является одной из старейших общественных организаций инвалидов в России. Она объединяет около 90 тысяч граждан с нарушениями слуха. Эти люди делают все, чтобы вечная тишина никогда не превращалась в стену молчания между ними и остальным миром. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».